В Москве прошел гала-концерт детского фестиваля искусств «Январские вечера». И выступали на нем ребята, лауреаты международного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Всей семьей пришли на концерт. Здесь сегодня будут выступать юные музыканты. Я буду исполнять Бричальди «Венецианский карнавал». Она очень технична, очень выразительна, очень музыкальная. Сегодня такой концерт, где каждый зритель может задать свой вопрос исполнителю. Как ты запоминаешь, что нужно играть именно такую мелодию? Я играю на гобое уже 5 лет. Сердце гобоя – это вот эта вот маленькая трость. Она вытачивается из тростника, который растет во Франции и в Китае. И самое главное, чтобы она не сломалась перед концертом. Сегодня я исполняю две прелюдии Рахманинова. Это композитор, который все отдавал музыке. И это чувствуется во всех его произведениях. Не запомним все последние номеры. И там ребята играли очень дружно. Ансамбль ударных инструментов. Колокольчики, ксилофон, маримба и барабан. Такое ощущение командной работы. Было очень приятно слышать, и прям было видно, как они друг друга слушают и друг друга понимают. Музыка – это то, что нас всех объединяет. Мы все ее очень любим, и, думаю, и вы тоже.